всем привет! Вы на канале Mango The Box. И сегодня мы будем смотреть постройку. Ну, а именно мы будем смотреть, как построить машину в Minecraft Pocket Edition. И да, здесь очень громкие звуки, так что я урежу громкость. Вот так-то лучше. Ну, а мы начинаем. По просьбе моей подписчицы-подруги по Ютубу, я буду смотреть, я буду вам показывать всем, как же сделать машину в Minecraft PE. Начинаем мы с колес. Это может быть любой блок. С расстоянием в один блок ставим два колеса. Ставим блок слизи. Вот именно так. Так, ставим сюда липкий поршень. Должно получиться именно вот так. Ага. Вот. Вот так. Дальше здесь мы увеличим один блок. И вот. Здесь мы должны поставить обычный поршень. Здесь мы должны прорезать, сделать дырку. И вот, в принципе, наша машина почти готова. Почти. Мы должны сделать вот так. Эта дырка нужна обязательно, иначе машина не поедет. Поршень просто не выдержит. Сюда мы ставим наблюдатель. Да, именно вот так. Поршень должен двинуться. Ну вот, вроде бы готово. Можно еще надо только... Можно увеличить вот так вот машину. А можно сделать багажник. Обязательно должно быть сиденье. Сидящее место. Вот. Да. Давайте же посмотрим, как эта машина будет у нас действовать, работать. О мой бог, это прекрасно. Я теперь буду говорить вот так. О мой бог, это прекрасно. И как теперь припарковаться? Все, это машина внутри машины. Вот, как-то так. Ставим редстоун блок. Ладно, мне не особо и нужна была эта лодка. Куда? Наш машин поехали. Оставить за собой тяжелый груз, хвост. Пока-пока. И я еду, мы едем. У нас даже есть багажник, но его можно открыть. Только когда мы не двигаемся. И вот так вот мы даже с помощью этого бага мы можем посмотреть на текстуру бочки открытой. И вот мы едем. Мы летим. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ну а на этом опять же все. Всем удачи, всем пока. И да, кстати, чтобы остановить эту машину, просто уберите блок красного камня.